Давай это тогда по три хода. Рад служить вам, милорд. Ялла, султан. Так, ну здесь у нас чисто кавалерия можно. Давайте контрудар нанесем. Тут кавалерия есть. Давай. Аннигилируем кавалерию. Итак, развернуть войска. А этот у нас по пехоте. Сейчас мы уберем всех. Вот эти у нас кавалерию глушат. Это удар по пехоте. Тут, кстати, элитные войска довольно-таки. Где эти козлевичи? Они вообще там в край пошли. Вы в край попутали на. Ну, ускоряемся только до бесконечности. Ускоряемся. Так, сюда будем в лоб бить будем. А этих надо секирами. Сейчас посмотрим. Три, атака 3. Но они вроде как броню пробивают. А тут атака 6. Броню секирами, не вроде скрытые параметры. Дождера так и хлещет. Жесткий дождера. О, глотаю слюни, четко слышно. Дай-ка микрофон вообще подальше отодвину. А то меня что-то четко слышно. Так, делаем так. Вот так. Вот так. И среди них будет ботик. Кавалерию надо как-то зажать. Два справа идут. Два слева идут. Один по прямой, сейчас мы его. Большой отряд, да? Подожди-ка. Ах, вы такие. Давай, мы успеем. Все, замкнуть. Ну, бросили там чуть-чуть. Мы выигрываем битву. Еще немного. И враг будет разбит. Сейчас хороший удар будет.
массированные. Отступаем. Мы истребили половину его армии. Тут осталось 41. Бьются насмерть. Враг бежит. Догнать и уничтожить. Один, да? Ну, сейчас мы его завалим. В принципе, практически без потерь, можно так сказать. Тут довольно-таки элитные силы собраны. Рохану мы не дадим ни одного шанса. 51 все-таки погибли, но в основном местные разведчики, получается. Вот эти, что ли? Теперь они призывали смерть в один голос громко и ужасающего Син колец. Отлично. Казнить. 800, пожалуйста. Новая гильдия. А давай сделаем бойцовую яму. Дикие сорки часто дерутся между собой, но здесь они могут сделать это в стиле турнира. Так, и владение оружием среди получится также повышает их боевой опыт. Здесь пока никуда не идем, ни в коем случае. Тут крупный стек у нас, пускай он лихир этот захватывает или ослабляет там, или еще что-то. А, кстати, кавалерию-то можно туда отправить? Чем могу служить? Кроме одной, да? Мой король. Милорд. Раз, два. Жду приказаний. Так что ли, ну и что там? Найдем их, дойдем. Этих вообще надо было куда-то туда. Да сгинет враг. Ну, 800 можно хоть кого-то купить. Никого, да? А, конец хода. Разберемся там. Полный стык. Ого. Кем они там воюют? Ну, будем знать. Территорус внизу находится. Крепости тут две. Это Котофей Иванович сейчас будет проситься. Пойду отпущу. Итак, они к нам все ближе и ближе подбираются. Что немножко не есть хорошо. Ну, таких денег нету. Пока откажемся, король чародии. 13 год теперь возглавляет наша армия. Надеюсь, что кольцо себя покажет вовремя. 2000. Так. Вот эту территорию мы, в принципе, планируем. Скорой встречи в бою. Так, а мы можем... Мы не победим. Хотите подраться? Вот сюда, да? Ближе. Так, сейчас мы посмотрим, кого мы вообще туда можем. До скорой встречи в бою.
Чем могу служить, султан? Так, ну здесь у нас бойцов хватает. Гинет враг. Есть. Лагерь будет здесь. Мы можем кого-то нанять. 25 башенка стоит уже. Да благословит Господь вас. Он звездули получил, я так понял. А мне вот эту территорию бы захватить. Так, раз, два, три, четыре, пять. Султан, битва. 2:45. Мой король, ваши враги мертвы. Что приказ? Один и второй. Кажется, что шансов у нас нету, на самом деле. Шансы большие. Так, развернуть войска. Привели подкрепление. Они надеются задавить нас числом. Подкрепление откуда? Отсюда, да? Успеем. Должно успеть. Оруженосцы. Тяжелый, да? Сбежал, как последний трус. Вперед! Победа близка!
потерял половину бойцов. Кто там у нас? Убейте их. Полководец, бесчестный трус. Он бросил свою армию и бежал. Мы взяли в плен вражеского полководца. Поделом ему, трусливой собаке. Противник бежит. За ним в атаку! Шесть, да? Хорошая армия здесь. Колеблющийся. Отступаем. Полный, да? Враг бежит. Догнать и уничтожить. Догнать и уничтожить. Легкая битва, но потери все равно гигантские. Сот на 300, нормально. На сколько времени только мне ту территорию захватить? Так, агенты, лазутчика посылаем сюда. Вы, кстати, здоровая армия, так что мы, наверное, туда лезть не будем. Обратно. Так, а что с этим? Не бы лучников бы в больших количествах. 25 4 700. Давайте лучников тогда везде. Не можем, да?
арсенал. О, орки налетчики, 5 ходов, 2700. А если вот это добавить, сколько оно будет длиться? Только вот это, наверное, делать. Либо вот это, либо это. 2700. Ну, давайте тогда так. Раз. Так, хотя лучники мне важнее. Что у нас здесь? Ялла, султан желает вашей смерти. Вот надо распределить на пополам, короче. Тут элитные войска, в принципе. Половина вниз пойдет. Приказывайте. А мы, наверное, вот таких заберем себе. Да, милорд. Тут один у нас, да, босс? Милорд. Приказывайте. Да. Да, мой кайзер. Кайзер? Это у нас пойдет вниз. Марш. На сегодня путь. Остальное все. Да. Выставляете часовых. Привал. 1600, да? Да, милорд. Лучше честный бой, чем коварный удар. Здесь будет сторожевая башня. Есть. Здесь будет сторожевая башня. Встаем лагерем. Если бы я только мог, милорд, выставляйте часовых. Привал, да сгинет враг. Король чародей Ангмара. 40 единиц. Мой король, мы не победим. Есть. Ну нафига нам тут осадное устройство? Вообще, наверное, потихонечку сюда. Выставить часовых. Привал. С этим я драться не могу, при всем желании. Куда мы еще кого-то отправим? Хотя бы потери гигантские нанесем. Но он может и не напасть. Если сюда, допустим. Здесь мы за счет лучников будем держать, и то навряд ли. Исполню любой приказ. Лагерь будет здесь. Баллиста, охотничий дом, вот это надо будет делать. Берем ямку. Клинхард, придется туда что-то бросить, каких-то бойцов, иначе восстание не избежать. Так и знал. Враги под стенами? Там они и умрут. А сейчас мы все, наверное, силы, которые есть, выдвинем. Наверное. Так, кого сюда можно отправить? Вперед, войны!
Обычные налоги, ремонт. Нафиг мне этот ремонт. Сюда идем. Раз, два. Туда. Раз, два. Туда. Есть. Да сгинет враг. Вперед! Выставить часовых. Привод. Рад служить вам, милорд. Объектив не давади, неверный. Все неверные. С нами Бог. Вперед. Развернуть войска, ждать. Правый фланг сейчас защитим. Там остается только смотреть. Давайте из луков постреляем. Залп. Надеюсь, стрелы плохие, и точно стискаем. Восемьдесят три.
вражеский полководец. Бесчестный трус. Мы выигрываем битву. Еще немного, и враг будет разбит. Мы взяли в плен вражеского полководца. По делам ему, трус. Враг потерял половину бойцов. Что-то вообще ничего не сделали с ними. Противник бежит. За ним в атаку. И ускоряемся. Это победа. 8 всего. Пойдет. Казнить. 120. А нет у нас осадных орудий. Тут много кавалерии. Так, мне надо встать вот сюда вот. Вроде нас не достает. И это тоже не достает. Обычно налоги. Непобедимый. Есть. До скорой встречи в бою. Для меня будет честью победить вас. Приказывайте. Так, и если мы кавалерию всю вот сюда вот. Объединяем войска. Сэр, тайно и бесшумно. До встречи в честном бою. Ну тут серьезно войска пошли. Кого-то надо доставить. В следующем ходу может даже успеем дойти. Ну, тогда мы отсюда снимем весь гарнизончик. Лучников 3. Застрельщики есть. Твою ж дивизию. Надо отступить. А по кому он ударил? Они за это заплатят. Убивайте всех, кто подойдет к стенам. Сейчас попробуем тогда шугануть их немножко.
Там стойка идет у нас. О. Мятежники. Много ли чести прятаться? Страх или тишине ведет лордов. Мощь Ангмара. Давайте его сюда. Так, мне надо встать так, чтобы было зашибись. А мы вот этого сейчас попробуем продавить. А нас от кавалерии херова туча. Вроде достаем. Вроде вот сюда, если встанем. Если станем. Что прикажете, милорд? Да сгинет враг. Для меня будет честью. Если мы вот сюда вот станем. Да, милорд. Есть, да? Встречи в честном бою. Кого-то одного оставить надо будет здесь. Трепещите, враги. Исполню любой приказ. Мой король. Твою же дивизию, тут вообще перебор гигантский. Да сгинет враг! Трепещите, враг! Что прикажет? Сгинет враг! Нифига себе здесь! Хотите, исполню любой приказ! Да сгинет враг! Так, попытаемся что-то другое сделать. Very much in our favor. Victory will be ours.